Государственный архив современной истории республики объявил акцию «Народная память. Сохраним победу». Она приурочена к 75-летию Великой Победы. Сохранить память о войне помогут личные архивы участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Во многих семьях сохранились письма, фотографии, награды тех, кто воевал и ковал победу в тылу. Конечно, родственники берегут их, как зеницу ока. Но намного важнее, чтобы воспоминания о войне, исторические документы стали достоянием всего общества. Акция будет идти в течение всего 2020 года. Жители республики могут принести в Государственный архив по адресу Чебоксары, улица Гладкова, дом 6, письма, дневники, воспоминания фронтовиков, статьи о наших земляках, фотографии военных лет, встреч ветеранов, благодарственные письма, наградные листы, поздравительные открытки в адрес ветеранов.